Dog. Здравствуйте! Еще один выпуск Good Dog программы о собаках вашему вниманию. Здорово, что среди собак такое множество пород. Это дает человеку возможность найти себе, пускай и не идеального меньшего друга, но хотя бы максимально подходящего своему характеру. Какие же хозяева могут быть у представителя породы, о которой мы сегодня хотели бы вам рассказать? Могу сказать точно, что активные, темпераментные, честные, веселые, но гордые и очень подвижные люди. Только у таких мог появиться цверк-пинчер. Следующий сюжет раскроет все тайны превосходных спортсменов, игривых непосед и галантных джентльменов-цверк-пинчеров. Good dog! Цверкпинчера зачастую называют уменьшенной копией добермана. И именно из-за внешней схожести многие люди решают завести цверкпинчера, когда по каким-либо причинам приобрести и содержать добермана нет возможности. Елена Владимировна, расскажите, какую породу вы выбрали для своего питомника и почему именно ее? Я выбрала породу доберман. Первоначально у меня была просто был кобель добермана. Вот. Потом как бы так... Начали участвовать, заниматься выставками, понравилось, и завела себе, как говорится, питомник. Но учитывая, что доберман – порода сложная не для каждого, и как бы найти хорошие руки для щенка добермана – это очень сложно. И как-то взгляд мой упал на цверкпинчера. Он, конечно... Не доберман, нельзя сравнивать с доберманом. У них общий предок, у цверкпинчера и у добермана. Вот. Ну, по характеру собаки очень похожи. Они активные, преданные, отличные сторожа, отличные компаньоны. По стандарту, раньше пинчеры были купированы уши и хвост. Ну, вот я, допустим, вот как, например, этот щенок. Вот, я все-таки решила оставить, как говорится, для истории, какие были пинчера, потому что принятый закон запрещает выставлять купированных собак на выставках и, возможно, даже запретят и клемразведению. Поэтому приходится оставлять собак некупированных. Клёпа, иди сюда. Иди. Вот как, например, вот эта вот рыженькая собачка Клеопатра. Хвост у пинчера должен быть или саблевидный, или серповидный. Вот. Уши должны быть стоячие, крепкие, мускулистые, подвижные, с хорошей этой нервной системой. Вот. Окрасы у пинчеров, значит, двухцветные, это черно-подпалый окрас, и рыжие. Рыжие оттенки бывают от песочного до красно такого кирпичного цвета. Они не должны быть трусливыми, они должны быть веселыми, но в то же время с элементами осторожности. Родина этой породы считается Германия. Возникнув в районе немецкого Вюртемберга, цверкпинчеры быстро завоевали народную любовь. Чуть позже смелые и выносливые малыши стали сопровождать кареты и дилижансы, оглашая задорным лаем окрестности на протяжении всего пути и тем самым устрашая возможных недоброжелателей. Зачастую цверкпинчеров брали и на охоту. Словом, несмотря на миниатюрные размеры, это был универсальный пес, который с успехом выполнял любые поставленные перед ним задачи. Цверкпинчеров удобно держать в квартире. Они хорошо уживаются с членами семьи, маленькими детьми и другими домашними животными. Они очень-очень любят членов своей семьи. Они преданы любому члену своей семьи. Они очень любят детей, вот, играют с детьми. Но родителям я бы посоветовала научить детей правильно обращаться с цверкпинчером, потому что дети иногда заигрываются, и у собаки нет личного пространства. Где-то там дернуть, где-то это самое, чтобы не было проблем. Потому что у цверкпинчера тоже есть зубки, он может укусить. А если правильно обращаться, все, они ладят всеми домашними. Ну, пытаются, конечно, доминировать. Они пытаются доминировать, строить по своим правилам. Но для этого есть хозяин умный, который покажет ему место в семье и в доме. В уходе это очень простая порода. Цверкпинчера достаточно расчесывать несколько раз в неделю. Пищи маленькой собаке нужно немного. Также им необходимо обеспечивать достаточно подвижный образ жизни, поскольку, как ни удивительно, эта порода довольно склонна к ожирению. Хорошо содержать цверкпинчера в квартире, в доме. Требует мало ухода. Короткая шерсть, которую можно раз в неделю специальными щетками расчесать,
вот, влажной тряпочкой протереть, лапки помыть, и собачка все готова, чистенькая все. Сверхпинчер относится ко второй группе. Это самая маленькая служебная собака. Вот. Поэтому многие люди видят, что это маленький пес, и думают, это декорация. Нет. Эту собаку надо тоже дрессировать и иметь тоже характер. Маша, не надо ее учить. Если правильно дрессировать собаку, она не приносит проблем. Леди, они не приходят. Если животное здоровое, они кушают или сухой корм специальный, ну, хорошего качества, или же специально еда для собак, которая, ну, включает в себя мясо, овощи. Вот, ну, это, как говорится, можно на страницах интернета найти. Ни в коем случае нельзя давать собакам никакие кости вареные, там, как говорят, косточка для собаки, это ужас. Нельзя давать сладости, нельзя давать копчености. Холодное нельзя давать, горячее. Вот, ну, как-то следить за питомцем. Если правильно кормить, правильно содержать, правильно воспитывать, животное будет здоровым, приносить радость. Все же, кто лучше, сверхпинчер или доберман? Имеет ли в этом случае размер значение? Знающие люди утверждают, сверхпинчеры не уступают доберманам ни в дрессуре, ни в других качествах. Сверхпинчеры, как и доберманы, очень активны и при правильном подходе хорошо поддаются дрессировке. Вот. Собакой надо, допустим, грубо нельзя, я думаю, с любой собакой нельзя грубо. Надо зацикливать на игре, на мячике, на игрушке, мотивировать собаку. Ну, а заниматься, как приобрели щенка, и сразу заниматься. Вот с маленьким щенком определенный вид занятий. Вот, постарше уже, как бы, это самое, ну, уже по другие требования. Но заниматься, щенок должен знать свое место. История сверхпинчеров насчитывает более 300 лет. И за это время они не раз доказывали, что, несмотря на свои миниатюрные размеры, они храбрые и верные компаньоны. А если вы не верите, проверьте.